Мне очень нравится здесь находиться, я здесь не впервые, и меня радует то, что молодежь, она идет на встречу с Богом, и здесь они встречаются, я в этом уверена. Я думаю, что у этого молодежного движения есть перспектива, и это лучшая инвестиция православной церкви. Я являюсь казаком Семиречества, сам по национальности я русский. Мы, слава Богу, действительно живем все дружно, спасибо нашему президенту. Что такие вечера способствуют интеграции, способствуют объединению всех национальностей в одну единую сущность. Нашим хай, в нашем, в нашей державе все будет добро и гораздо. Я не уверен в национальной валюте, я не уверен в людях с табличками security, но знаю точно одно. Есть Бог.